Points, please. Seven and a half, five and a half. Brak kwadrat. Przestrzeli. Zero and zero. Points, please. 8 and 8. Christian, ich weiß nicht, wie ich das eingeben soll. Przestańcie gadać, proszę was. Points, please. 6.5, 7.
points, please. 5 and 6. Points, please. 7.5, 7. So after this competitor, we are going to have a 10-minute break. 10-minute break before the next competitor. Points, please. 0 and 0. Можете не готовить, тоже. Прошу. Points for heel work, please. 8, 6.5. Points for general impression.
7 and 9. Points, please. 8 and 8. Там еще же этот самый, этот какой-то роллер-дром, она там у меня самокатер рассыхала, у меня вчера руки держат. Я тебе потом покажу. Да? Я же надеюсь, что на первый день она тоже попадает. Правда, погода нет. Один раз мимо нужной палки прошел, минус пал, второй раз прошел, минус два. Ну, в смысле, минус пал даже. Points, please. Она босиком с утра. Смотри, ты... Ну, слушай, я тебе ровно холодный. 7.5, 8. Лучше, лучше. Что-то я хотела еще умыться. Это записывает, это так редко случается. А рылом когда они двигаются? Слушай, не знаю. Они берут. Не знаю. По мне оно как ну, на вид оно тоже наказывается, потому что по баллам оно обычно не выглядит на вид. Сергей, защитник, все не балует. Собака уронила. Собака брала рукав и побежала. К судье. А, то есть это уронили, все в колонии. И говорит, ну как вот так? Пробежно свела. А что же он, видимо, он там... А я же помню, как этот самый на каком-то чудесном... Ой-ой-ой-ой! Я, говорит, получила удовольствие. Да, ага. Да ладно, мам, не огорчайся. Тут сам, на прошлом же, по-моему, на мире перейдет. Points, please, null, null. Угу.
И лежит. Хорошо, собака была видеть. Да. Вчера в командире, где собака куда-то в кисти Буранду вошла, и висит. Буран там что-то придется, было хорошо. Я, правда, сразу не терпел, что нормально. То есть свистеть тому, чтобы собаку принимала, сказать. Ну, потому что там у них аппарат готовится. Points, please. Six and a half, seven. Надо ставить пункты карные за те. Нормально, а у них, видимо, собаки очень сильно целятся. То есть, как если случайно припомнишь. Меня совершенно убивают у них вот эти вот догоны, когда собака вот сюда берет. Или когда она вот сюда берет. Потому что на мой взгляд промахнуться и получится. Добже, малевый апорт. Шлем. Такая, нет, ну собаки, видимо, стараются так все попадать из них. Лицо-то у тебя случайно круглоглазое. А были же какие-то эти пермские тоже типа страшные. Или там какие-то ринги начались, вот только-только. И знаете, карпушный став. Ага. Фигурант угрожен. Знаешь, что став вот они кусаются? Он ему сделал. Отлично. Такой, собственно, как дурак, что ли. И мне его за рожу и взял. С тех пор говорят всегда. Что там? Более проблемы, я слышала. Два слова. Ран Форест. С тех пор тут фигура. Points, please. Seven, six and a half. На месте еще доездил. Запад подъехал. Обратно снегопад вот так вот. На него. Points, please. Five, six and a half. Points, please. Seven and seven. General impression.
7.5, 8.5. And then we have Russia number 3.